Ну, дело ближе к 6 часам. Мы добрались до пролива между островами. И вот тут такая штука стоит. Остатки какого-то здоровенного корабля. Вот, а вид открывается еще на закат. Как будто мы в Африке. Там саванна, мы по океану плывем. Каяки достаточно ходкие, удобно сидеть. Вот. Маневренные. Сплошное удовольствие. Ну и, конечно, сентябрь — это просто маленький август. Вода теплющая, но вот мы идем. Футболка в короткие рукава. В какой-то момент было даже жарко. Сейчас вообще просто комфортно. Не жарко, не холодно, вообще идеальная погода. Вот. Всячески рекомендую.